Зрение – это когда человек в глазах все видит с помощью вот этих черненьких глаз. Диван, на котором человек не может заболеть и может смотреть целую неделю мультики. А если не хочется ослепнуть, то не так много смотри в экран. Зрение – это человек, у которого слабое зрение, которому нужно носить очки, которые плохо видят. Кто-то с зрением своим, ну, куда-то вцепается или может глаз оторвать оттуда бы. Когда очень близко смотришь. Это когда кто-то хочет узнать то, что он не должен знать. Без зрения – это когда тебя не видят, а потом видят. А потом, когда темно становится и светло. Может, смотрят или как будто оно не смотрят. Смотрят, потом быстро поворачиваются. Ну и что-то в этом вроде.